Приветствую вас всех на своем канале Вязание с Татьяной. Рада заглянувшим на мой канал. И сегодня вторая часть по выкупу пряжи со склада. Первую часть мы с вами посмотрели. И будет вот вторая. Значит, сразу скажу, кто первый раз на канале, все вопросы, где, как и что, найдете, если пройдете под этим видео по ссылке в закрытую группу ВКонтакте. Заходите, добавляйтесь и присоединяйтесь к нам. Также есть в группе папка с наличием. Там я выставляю свободное наличие, то, что я взяла на свободный остаток, так скажем. Да? Если никто не записался, вы можете забрать. Если там кто-то записался, а вы хотите такую пряжу, вы можете ее заказать. Итак, давайте начнем. Первое то, что я достала из мешка, это Yarnard Silky Royal. 50 граммах 140 метров, 35% Silk Rayon и 65% Merino Wool. Вот такая расцветка. Номер цвета 440. Можно ее открыть. Она хорошо открывается. И посмотреть. Мягкая такая. Я, кстати, мне кажется, ее ни разу даже не держала в руках. Очень мягенькая пряжа. Достаточно толстенькая, вот такая. Красивый мятный цвет, девочки. Прям мягкая-мягкая. Даже не ожидала, что она будет такая мягкая. Надо будет на нее обратить внимание. Прикольная пряжа. Так, пока одна упаковка. Дальше. Naka Elite 50. 100% премиум антипилинговый акрил. Номер цвета 3701, 50 граммах, 125 метров. Одна упаковка. Так, вот вторую я достала упаковку Silky Royal мятного цвета. И примерно в таком же цвете. Это Naka Bambino Marvel. Номер цвета 9037. По составу 15 шерсти, 85 акрила. 50 граммов, 130 метров. Ну, цвета передает камера правильно. Дальше. Фибра Натура Папирус. 78 хлопок, 22 шелк. Так. 50 граммов. Ну, натуральный полностью состав. 50 граммов я вот не помню. Девочки, то ли я... А, 120 метров. Вот такая пряжа, номер цвета 229-10. Для лета самое то, как говорится, потому что, ну, натуральный состав. Далее. Naka Mohair Delicate. В нежно-розовеньком цвете. Состав 5 мохера, 10 шерсти, 85 премиум акрила. Номер цвета 6116, 100 граммах, 600 метров. Еще одна расцветка такой же пряжи, только потемней. Это для Оли. Оля заказывала. 23331 номер цвета. Они не открываются, открыть я вам не могу их. Дальше. Гималая сок бамбу. Это пряжа для носочков, для вязания носков. Вот я вяжу сейчас первый носок. Вообще классная пряжа. Она держит форму. То есть ты ее растягиваешь, она потом обратно восстанавливается. Это я говорю про резинку. Посмотрим, как, конечно, будет после того, как я постираю. Ну, мне для этого надо их еще связать. Я пока только первый носок довязываю. Значит, по составу 50% мерина супер вош, 25 полиамид и 25 бамбука. Так, в 100 граммах 420 метров. Номер цвета 130-02. Хотела я ее на наличие набрать, но свет отключен и не могла я ничего взять. Дальше упаковка. Однако, Hosgeldin Soft. Номер цвета 10-558. 100 граммах 230 метров. По составу 60 бамбук и 40 полиамид. Молочный цвет. Дальше упаковка еще одной носочной пряжи. Упаковочки.
Номер цвета 12002. Будем шуршать, доставать, что получится. Еще одна носочная 130.01. И еще одна расцветка носочной, вот такой зеленый, 120.04. Дальше. Нака Махер Деликат Color Flow. Это такой батик, да, махер батик. Ну, расцветка такая, секционка. Номер цвета 75718, 100 граммов, 500 метров. По составу 5 махер, 10 шерсти, 85 премиум акрил. Вот такая расцветочка. Дальше, Нака Супер Инси Хит Твит. Тоже мы уже с вами знакомы с этой пряжей. По весне много ее привозила. Значит, по составу в этой пряже 20 шерсть, 75 акрил и 5% вискозы. В 100 граммах 180 метров. Это номер цвета 1367. И одна еще упаковка вот в таком цвете. Это белая с черненькими такими вкраплениями. Поднять, что ли, камеру. Так. Это номер цвета 208. Дальше. Гималая Норвей. Прям расцветка, как у меня. Бедный мой свитер никак не свяжется. Много тоже набрали мы ее с вами. Уже многие связали. Одна я, как черепаха. Значит, в 100 граммах 165 метров. Состав 70 акрил, 30 шерсти. Номер цвета 51510. То есть вы вяжете и получаете, рисунок ложится вот в такой вот узор. На выходе получается готовое изделие с узорчиком. Но подбирать, конечно, все равно нужно контролировать. Дальше. Фибра Натура Папирус в желтом цвете. 229.03. Папирусы все разобрали, цветов очень мало. Дальше. Картопу Ангора Натурал. Состав у нас с вами 10 шерсть, 10 махер, 80 акрил. В 100 граммах 530 метров. Номер цвета 1533. Гималая Ультра Кашмир. Вот такой пудровый цвет. Так, 75 акрил, 25 альпака. Номер цвета 56801. Так, а сколько метров, я, наверное, вам не скажу. Не скажу, девочки, я не вижу, где здесь метраж у нее. Дальше. Две упаковки Ангора Натурал от Картопу. Номер цвета 12-12. Красивый коралловый цвет. Ну, популярная вообще расцветка. Я ее много привожу. Красивый. Дальше. Тоже две упаковки Ангора Натурал. В таком вот баклажан с фиолетовый цвет. Это номер цвета 898. Две упаковочки. Так, еще одна в таком же цвете. Третья получается. По-моему, в таком же. Ну-ка. А, нет, другой чуть-чуть оттенок, девочки. 1707. Вот так смотришь визуально, как будто бы один и тот же цвет. Дальше. Нака Натурал Бэби. Тоже популярная пряжа. Номер цвета 207. 10 бамбука, 14 хлопок, 76 премиум акрил. В 100 граммах 225 метров. Классная пряжа. Многие навязали из нее. Она классная.
Дальше фибра натура папирус. Розовенькая. 229,09. Такой бледно-розовый цвет. Папирус вот в таком розовом цвете. 229,07. Папирус в синем цвете. 229,15. Картопу Ангора Натурал еще одна упаковка. Номер цвета 1707. Или 900. В общем, вот в таком цвете. Еще одна упаковка. Дальше. Нако Натурал Бэби. Синяя пряжа, синяя расцветка. Номер цвета. Где у нас? 47,37. Дальше. Вита Сапфир. Упаковочка у нас открыта. Ой, даже этикеточка открыта. Так, номер цвета 528. 45 шерсти, 55 акрил, 100 граммах, 250 метров. Вот такой вот красивый цвет. Номер цвета 1528. Это для любителей Виты. Так, по-моему, у меня эта упаковочка идет в наличие. Все будет выставлено на, ну, в группе ВКонтакте, то, что есть в наличии. Дальше. Вита Сапфир. Еще одна упаковка. Номер цвета 1531. Ну, цвет пудра. Это тоже у нас пойдет на наличие. Все упаковочки я заклею. Дальше. Ализе Сол. Одна упаковка. Это для любителей люрекса. Открыть смогу или нет, не знаю. Да, можно с этой стороны. Вот, смотрите, какой красивый яркий цвет. В 100 граммах 460 метров. Номер цвета 649. 95 акрил, 5 металлика, девочки. Это на наличие у нас идет. Так, дальше. Две упаковки Газал Бэби Катон. Персик и мятный такой цвет. Газал Бэби Катон 60 хлопок, 40 акрил. В 50 граммах 165 метров. Бирюза номер цвета 3426. И вот такой персик 3412. Две упаковочки. Так вот и вот так. Так, у меня окошко открыто, девочки. Я на кухне прям жарко. У меня духовка работает еще. Так. На Камбре Батик. Одна упаковка. Тоже я взяла на наличие. Кидала, я помню, несколько, но дали одну. Так, номер цвета 20318. 25 шерсть, 75 акрил. В 100 граммах 190 метров. Вот такой красивый синий, бирюзовый синий цвет. Так, и одна упаковка Ализе Лана Катон. Вот такая мята. Вот Ализе. Номер цвета 522. Можно открыть. Лана Катон. 50 граммах 160 метров. 25 шерсть, 26 шерсть, 26 хлопок, 48 акрил. Вот такой вот нежно-мятный цвет. Это у меня тоже идет на наличие. С Ализе на складе вообще беда. Ни одного Лана Голда нет, ни одного. Так, все, я раскрыла вам, показала первый мешок. Сейчас я все это убираю и продолжим второй мешок смотреть. Итак, девочки, принесла следующий мешок. Достаю вот сверху.
И здесь у меня 5 упаковок Бьянка Бэби Люкс. Я помню, у меня девочки просили, я кинула 5. И мне подтвердили. Это, значит, в 50 граммах 150 метров по составу. 45% детской шерсти, 55% акрила. 363 номер цвета, вот такой цвет. Серенький, да? 5 моточков одной упаковки. Я взяла 5 штук, потому что видела, там у меня девочки просили. Я закинула 5. Не знаю, я думала, было бы свет на складе, я бы еще, конечно же, взяла, но... Увы. Так, дальше идет Газал Бэби Котон Органик. Хлопок. 100% органический хлопок. Кто не смотрел первую часть, я вам покажу, потому что это очень классная пряжа, ее очень приятно держать в руках. Прямо она мягенькая-мягенькая, нежная-нежная. 50 граммах 115 метров. 100% органический хлопок, девочки. Вот такие моточки по 50 грамм. Так, номер цвета. 428 номер цвета. Дальше. 2 упаковки Газал Гиза. Такой и такой. Это тоже... хлопок. С прошлой поставки я его привожу. Маленькие такие моточки. Нежненькие. 10 мотков в одной упаковке. Вот такие малыши. Так, фокус. 50 граммах 125 метров. 100% мерсеризованный хлопок. Газал Гиза. Расцветок много, девочки, выбирайте, пока есть. Даже если в этом году не свяжете, свяжете в следующем. Так, номер цвета вот этой коралловой 2453, а молочная 2451. Вот таких 2 упаковки. Фокус на вот эти золотые штуки теряется сразу же. Дальше. 2 упаковки хлопка от Виты. Вита Шарм. Вита Шарм. Так. Вита Котон. Смотрим по составу. 100% мерсеризованный хлопок. 50 граммах 106 метров. 2 упаковки. Значит, это номер цвета 4165. Пудра. 10 мотков. И белый. 41-51. Я думала, ее нельзя открыть. Мы с вами ее, оказывается, можем посмотреть. Вот они, маленькие-маленькие такие мотки. Малыши. И вот так выглядит цвет, да, в реальности. Ниточка, я думаю, видно фактуру нитки. Ну, хлопок. Вот такие 10 моточков в одной упаковке. У Вита Шарм. Не часто я ее беру, не знаю почему. Вот, дальше. Нака Фиоре. Тоже летняя пряжа, состав натуральный у нас с вами. Номер цвета 11241. 25% лен, 35% хлопок, 40% бамбук. 6 мотков в одной упаковке. Не вижу метраж. 50 граммах 150 метров. Вот такая упаковка. Дальше идет фибра натура папирус. Еще одна упаковка желтого цвета. 229.03. Ну, у нее номер цвета. Желтенькая такая, нежная. Так. Дальше. Розетти.
Аляска, голубой цвет, 231-16 номер цвета. Такие пухляши, 50 граммов, 225 метров. Видно, да, насколько они пухленькие. Вот такой голубой цвет. Состав 44 акрил, 26 полиамид, 15 супервош, 15 альпака. Ну, такая одна упаковка. 10 мотков в одной упаковке. Дальше. Картопа Cozy Wool Sport. 5 мотков в одной упаковке молочного цвета. Номер цвета 025. 75 акрил, 25 шерсти. И в 100 граммах сколько чего? 100 граммов 280 метров. Одна упаковка. Дальше. Ернард джинс, 88 номер цвета, 55% хлопок, 45% полиакрил. Так, в 50 граммах 160 метров. Нежненькая желтенькая пряжа, расцветка. Ее даже можно открыть, чтобы посмотреть, как выглядит визуально. Смотрите. Вот так. Выглядит расцветочка. Мягкая, нежная пряжа. Ну, я думаю, многие знакомы с джинсом, потому что она уже, ну, достаточно давно на рынке. Вот. Я вязала из нее плед. Очень хорошо держит и форму, и все. На свете, как говорится, да? То есть зарекомендовавшая себя пряжа. Дальше идет пряжа Папирус, номер цвета 229-16, серо-голубая, да, я бы ее так назвала. Вот так выглядит расцветочка. И еще одна пряжа Папирус 229-21. Это вот такой серо-беж. Так, ну и последняя упаковка, которую я вам покажу, это картопа Ангора Натурал в сером цвете. Номер цвета 10-01, девочки. Все, это была вся закупка по пряже, да, небольшая особая, не маленькая, я бы сказала. Было бы больше, но не было на складе света. Все, на этом я прощаюсь, но ненадолго, скоро у нас и спицы приедут. И еще пряжа приедет, поэтому собираем дальше, выбираем дальше и скидываем заказики в личку. Все, всем хорошего настроения, хорошего дня и всем пока-пока!